Спонсор показа гала-концерта фестиваля «Открытое небо, открытые сердца» – Молл Паркхаус. И перед началом концерта приветственное слово хочу передать руководителю фестиваля Дмитрию Буцикову. Дмитрий. Здравствуйте, дорогие друзья. Подходит к концу наш замечательный фестиваль «Открытое небо, открытые сердца». Мы рады вас видеть. Мы будем играть красивую музыку для красивых людей, детей, их родителей, бабушек и дедушек. Вы сегодня можете быть активными, танцевать под наши известные мелодии. Мы благодарны этой площадке, площадке кинотеатра «Филин» на Самарской набережной, которые предоставили для вас стулья, кресла, замечательную сцену. Надеемся, что сегодняшняя программа вам будет по душе. Также сегодня будет разнообразие по артистам. У нас сегодня будут гармонисты, ведущие в России. Это Николай Падуков, Владимир Кузнецов со своей супругой Татьяной. Итак, мы начинаем. Спасибо, Дмитрий. И на сцену приглашается ансамбль народных инструментов «Волга Фолк Бэнд». «Волга Фолк Бэнд» – сандружество виртуозов, солистов Самарской государственной филармонии, которая объединяет творчество молодых, талантливых самарских музыкантов-исполнителей на народных инструментах, лауреаты всероссийских, международных конкурсов, представители ведущих школ мирового исполнительского искусства. Состав ансамбля. Татьяна Поломардвинова, Вера Сидорова, Дмитрий Косяков, Михаил Андреев, Петр Стецук, руководитель коллектива Дмитрий Буциков. Итак, мы начинаем первое отделение нашего концерта. Все мы знаем музыку из балета «Щелкунчик» нашего гениального соотечественника Петра Ильича Чайковского. Давайте откроемся волшебству этой музыки и послушаем «Щелкунчик» сюиту в инструментовке Валерия Ельчика. Thank you.
Аплодисменты. Совершенно сказочно. Браво даже кричат. Спасибо большое. Спасибо музыканту за такую настоящую сказочную музыкальную композицию. А теперь, внимание, вопрос. Кто скажет, кто написал полонез Огинского? Огинский? Абсолютно верно, Огинский, правильно. И сейчас прозвучит один из самых известных в мире полонезов, написанный польским композитором Михаилом Огинским в 1794 году, когда ему пришлось оставить родину во время вторжения русской армии. В этой музыке композитору удалось передать всю боль от поражения в войне и тоску по родине. Какая замечательная, трогательная мелодия звучит в который раз на нашей
на берегу нашей великой Волги-матушки. Ну а творчество Георгия Свиридова переполнено любовью к родине. Его по праву можно считать одним из самых утонченных и глубоких советских композиторов. Для вас прозвучит дивная композиция Георгия Свиридова «Вальс». Так, друзья, мы продолжаем. И сейчас прозвучит испанский танец. Thank you.
Все мы знаем, помним и любим монументальную картину Татьяны Леозновой «17 мгновений весны». И сейчас прозвучит музыка к этому потрясающему фильму выдающегося советского композитора Михаила Таривердиева. Слушаем. Браво! Аплодисменты, дорогие друзья!
Программу концерта продолжит музыка замечательного советского композитора Александра Зацепина. Музыку Александра Зацепина любят исполнять не только симфонические оркестры, но и наш Волга Фолк Бэнд. Александр Зацепин. Музыка к кинофильму «Земля» Санникова. Инструментовка Валерия Ельчика. И хочу напомнить, друзья, что у нас есть замечательная книга отзывов и предложений, которая уже зарекомендовала себя. В ней вы можете оставить свои пожелания, свои эмоции, свои предложения по развитию подобного рода концертов и фестивалей. Музыканты, уже, думаю, настроились. «Земля» Санникова, «Волга Фолк Бэнд».
как здорово наблюдать за тем, как проживают каждую музыкальную композицию наши музыканты-виртуозы. И очень здорово, интересно, завораживает смотреть на то, как проплывают по Волге маленькие паруса. А теперь давайте перенесемся с вами на улицы Бродвея, друзья. Слушайтесь. Там далеко за океаном зазвучала изумительная мелодия Гленна Миллера «Серенада лунного света». А после исполнения, друзья, я спрошу вас вновь, к какому же фильму было написано это замечательное музыкальное произведение? Итак, следующая у нас композиция сполна оправдает приставку «бэнд» у нашего замечательного ансамбля. А тем, кто угадает название трех из четырех представленных в джазовой сюите тем, достанется очередной подарок от музыкального салона «Сириус». Итак, слушаем. Thank you.
Аплодисменты. На сцену приглашается исполнительница народных песен и романсов, лауреат международного конкурса Юлия Затеева. Аплодисменты, друзья. В сопровождении ансамбля Юлия исполнит для вас две песни нашего земляка, замечательного поэта и композитора Александра Большакова. «Мне приснилась Русь». Я, чтоб с тобой не случилось.
Аплодисменты, друзья, Юлия Затиева. Так, ну а мы продолжаем. «Навек я с тобой, ты Россия моя». Песня России. Вашей любви к России. Даже тучи разошлись моментально, и солнце вновь засветило еще ярче. Аплодисменты, Юлия Затеева, друзья. Замечательный аккомпанемент Волга Фолк Бэнд. Ну, в продолжении темы про родину будет звучать русская народная музыка, если можно так сказать. Песня «Не слышно шума городского» в блестящей инструментовке обработки Анатолия Шалаева и Александра Цыганкова.
Аплодисменты вам. Следующее исполнение обещает быть полным задором. Вера Городовская. «Русский перепляс». Солирует Дмитрий Буциков. Аплодисменты! Дмитрий Буциков, замечательное соло. Пальцы так это и плясали на трех струнах. Спасибо. Итак, внимание, кто может сказать, как называется венгерский народный танец? Чардаш, абсолютно верно. Спасибо вам. Можете проходить, присаживаться на понравившиеся вам места любые. Можно и танцевать, абсолютно верно. Не стоит стесняться, друзья. Вы можете спросить, как наши очаровательные, хрупкие девушки будут исполнять этот зажигательный танец. Подождите немного, и вы услышите, с какой экспрессией зазвучат домры в руках солисты коллектива Татьяны Полумордвиновой и Веры Сидоровой. Александр Цыганков, «Чардаш».
Браво, брависсимо! Это ж надо так играть виртуозно на наших замечательных русских народных инструментах. Это неудивительно, ведь в этом коллективе собрано созвездие ведущих исполнителей на народных инструментах Самарской области. Для вас играли Татьяна Поломардвинова, Вера Сидорова, Дмитрий Косяков, Михаил Андреев, Петр Стецук, руководитель коллектива и художественный руководитель фестиваля Дмитрий Буциков. И вместе это ансамбль народных инструментов Самарской государственной филармонии «Волга Фолк Бэнд». Спонсор показа гала-концерта фестиваля «Открытое небо, открытые сердца» – «Молл Паркхаус».